всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Крошка, Арексмок. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас очень классная рубрика «Аниматроники пугают охранника». Карта у нас FNAF 3. Вы готовы? Да. Мок у нас будет аниматроником. Мы будем его очень жестко мочить. Здесь охранника посмотрим, что получится. Если вы видите, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем. Так, во-первых, карта сделана так, что уже можно закрывать здесь двери. Так, отлично. Крошка забинил эту дверь. А ну-ка, понажимай, все работает. Так, отлично. Оружие все взяли? Да. Я просто так понакиду, так, пусть будет. А ты жлоб. Так быстро! Ну это читерский аниматроник. Мне он очень нравится. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. На классном канале Димас.ТВ. Так, не надо брать этих аниматроников, которые через стену мочат. Давай я их буду в следующий раз брать. Так. Он не через стенку, я добежал к вам. Ну да, ты классно поступил тем, что мы не ожидали. Это знаешь как? Эффект неожиданности. Когда ты сидишь все булочки расслабленно, тут тебе в лицо уже скример. А видишь, ты не добежал до меня и убил. Да, это... Нет, ты просто знаешь, не всех же знает, а я уже тут все обзоры наизусть сделал. Знаю всех аниматроников в хате. Я возьму. Так, я все-таки тебя пригвожду. Пацаны, готовьтесь, он сейчас будет опять нападать. Я его пригвоздил! Я закрываю дверь. Пригвоздил, пацаны, пригвоздил! Так, надо с той стороны обойти, со спины его мочить, по жопе давать ему. Есть, отлично, отлично, ребята, он пойманный. Класс. Так, короче, я буду пригвождать, а ты будешь его мочить. Классная тактика, ребята, мы, как обычно, рулим. Охранники сегодня вообще жесткие мужики. Пацаны, я вообще, ребята, да? Ах ты говна. Ща возьму. Так, пацаны. Я в шкафчике заныкался, в каменном. Странное. Из странного материала сделано. О, привет. Заходи. А мы влезем сюда вдвоем? Мы влезем. Мы влезем, да, если будем трупами. Так нет. Ой, блин. Фух, одного своего пригвоздил. Тихо, тихо. Бешеная калитка, успокойся. Так, давайте сюда. Давай, я иду, я вижу маньяка. Я останавливаюсь, но это мне дает... безопасность. Не ссы, не ссы. Мы так 100 раз делали. Так, перезарядимся на всякий случай. Я его пригвоздил! Я его пригвоздил, пацаны! Накидываю, накидываю, чтобы он не вырвался. Просто по чуть-чуть накидываю. А, меня не может попасть, потому что я уклоняюсь. Я не попадаю, я не слишком дар. Я тебя не выпущу. Ты умрешь там. Тут не будет твоя смерть. Отлично, да, получается у меня тебе... Пригвождейшн. Как ты убиваешь меня? Оборачивай. Блин, подойди ближе ко мне. Не-не-не-не-не, ты просто не попадаешь с такого расстояния большого. Пацаны, не подходите. Все, я нашел для него оружие. А он через стенку бьет. А когда далеко находишься, он не может убить. Все-таки, ребята, мы смогли поймать аниматроника, но еще не знаем, что с ним делать. Вообще, напишите потом в комментариях, как нам вообще уничтожать аниматроников. Может, какое-то оружие нам какое-то крутое скачать? Блин, я забываю добавить оружие, черное очко. Ты не уйдешь, я тебе сейчас говорю, мы тебя не выпустим. 500 хп. Зарезал. Отлично. Ты не на того нарвался просто. Ты понимаешь, что с тобой играют профессиональные охранники, которые уже очень много лет убивают аниматроников. Так, у меня вот совсем плохо с патронами, да? Что у меня еще есть? Огнемет. Это, наверное, читерская, да, что-то? Ну да. Вот проверялка.
А ну открой калитку, я пройду. Читер. Ого. Блин, ты мне ножом чипнул, э? Красиво. Ты стену меня убил. Я тебя убил пацаны, твоим красивым. Сейчас, подожди, мы тебя будем жестко наказывать. Ты думаешь, что просто так все будет? Не-не-не-не-не. Ты через стену убил. Я тебя видел, ты через стену. А он берет специально такие паки, которые убивают на расстоянии, через стену, со спины даже. Потому что он понимает, что он нам ничего сделать не может. Ой, я вижу. Если ты будешь убивать через стену, я буду админский пистолет брать, сразу говорю. Админский пистолет рулит. Меня пригвоздил. Да, бывает. Пацаны, его пригвоздил, он в вентиляции. Ага. Видите через его? Стекло. Он не может двигаться там временно. Крошка, открой дверь. Так, 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 надо его дальше гвоздить. Да блин, ты через стену мочишь. Хорошо, мы с тобой договаривались. Ну конечно. Да что ж ты, я не убил. Я не хотел этого делать, честно скажу. Я хотел к тебе со всей душой. А ты... Не хочешь к нам со всей душой. Я умею чихать. Так, осторожно, осторожно. Это не... Это ты типа подзываешь меня так. Это не чихает он. Ты смотри, ты прям жесткая дуэль у нас. Его еще надо уметь поймать. Даже независимо, что у меня есть читерский пистолет админский, я не могу его убить. Я бегаю, я не старый. Ах ты! Ну, невнимательный. Ну, я... Крошка-крошка, молодец. Как щенка прирезал. Ну, все. Ой, его калитку пробил. Надо закрывать. А все-все-все. А, ты убил его. Он, да, не сможет. Я, получается, калитку просунул чуть-чуть не там, где она должна быть, да? Ну, да. А, теперь она правильно открывается. Теперь она с внутренней стороны. Ну теперь все правильно. Может она так и должна была работать с самого начала? Ну может. Я могу ее открыть пистолетом, если хочу. Блин, не попал. Вот просто возле руки. А ты Эннерда взял. Попал. Пуля. Все, я закрыл калитку. Мужик. Он взял аниматроника, который умрет. Как щенок. Теперь начинается месть. А как ты хотел? Я говорю, через стены не мочи меня. Он берет мне и бьет через стены. Ах ты что. Напугал. Пацаны, я отомстил за вас. Я тебя видел. И я его видел. Он невидимый, походу. Да, он невидимый. А ты это взял? Там приштрапом был. Ах ты хитрый жоп. Пацаны, я его чекал. Я его убью за вас. Я вам обещаю. Брат за брата. Охранник за охранника, иди сюда. Блин, извини, крошка. Я просто так, знаешь, как только сидит этот снайпер, и то, что бегает, все, блин, еще чуть-чуть бы опять пристрелил туда. Извини, мог, это так надо. Я убью тебя рублем. А, ты монетку взял? Только ты ж нас не мочи. Я буду стараться. Короче, надо засаду ему сделать. О, отличное место. Отличнейшее просто. Я вообще не знаю, что так можно здесь стоять. Он тут где-то, вот. Ой, рубль. Блин, упал. Монетка твоя просрала. Рубль упал. Ну мог, ну почему ты не смотришь, я тебя мочу постоянно. Так, режим полета отключу. Пацаны, не честно летать, вы что? Вот так теперь все, не летайте. А, хорошо. Марионетку, да, взял? Охранники... Умирает опять. Ну, молодец. Я попал по нему, вот кровь. Красавелла, я тебе могу сказать. Ты по мне попал, это от меня. Это обстоятельства. А, точно. Так, пацаны, хочу оружие какое-то взять. А зашел, короче, в раздел машины. Красавчик. Я сейчас на машине, короче, буду уезжать отсюда. Он идет, да? Он умер уже. Ой, какое громкое оружие. Давайте что-нибудь... Надо, короче, взять нам оружие, которое реально будет прикольно это смотреться. Есть у нас такое вот. Так, так, пулемет. Так. Ты думаешь? Ну да. И дымовой.
Сейчас мы ему устроим райскую жизнь. Ты смотри на него. Да, Аркс, я тебя вижу. Это ёжик в тумане будет сейчас. Ребят, нормально, нормально. Вы знаете, что всегда хотим веселье устроить. Мы это делаем. Ребята, все для вас. Как вы любите. Наверное, поэтому и подписываться на мой все канал, потому что мы что-то вечно такое учудим. Другие так не делают. Ой. Ёжик в тумане. Ой-ой-ой. Комок в тумане. Ах, ты ж невидимый. Ах ты, где мат тут на дыме? Нормально? Давай, выходи. Ой-ой-ой, сколько звуков. А, кто-то админским пистолетом, да, гасит его? Ты ж меня не убей только, я тут в углу сижу на крысу. Так, а что это за бомба такая? Это не бомба. Это дымовуха. Это дымовуха, да? Хорошо. Испоганься. Я заблудился. А ну давайте у тебя посмотрим. А, оно слабое. Может... Чист... Блин. Вот эту. Давайте немножко красного дымку поддадим немножечко. Я тебя видел. Давай, давай, я мочи его. Кошка. Больше много нет. Его съели. Кто его съел? Он мою калитку сломал. Так, пацаны, я возьму сейчас какую-то бомбу. Знаете, я хочу взорвать бомбу, при этом остаться живым. Это возможно? Нет. Ой. Нет, это невозможно, мне бомбой просто по голове дало. Так, мы обычно взрываем с этого пака, давайте в этот раз взорвем с другого пака. Допустим, у нас есть вот такая вот бомба маленькая. Ого, маленькая. Здоровенная какая-то бомба. Бум просто. Не, ну тут живым, конечно, никто не мог остаться. Слышите, еще активируются эти дымовушки? Да, одна вот. Дорогие друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!